Всем привет, дорогие друзья! Представляю вашему вниманию обновленный гайд на гномов, вернее, часть его, потому что мой предыдущий гайд оказался полным говном, и поэтому я решил снять отдельно на каждой субфракции гномов. И сегодня я поговорю об Эриборе. Бытует мнение, что Эрибор одна из... Ладно. Самая слабая фракция у гномов. И с одной стороны это так, но с другой, если играть по немецким правилам, то бишь не использовать руны Ори, то, на мой взгляд, Синие горы автоматически становятся самой слабой фракцией. Ну, хотя все равно это спорный момент. Поэтому Эрибор как бы берет второе место. Так, вообще Эрибор довольно забавная раса в плане уничтожения зданий. Здесь практически каждый юнит наносит повышенный урон зданиям. И особо стоит уделить внимание Глоину, который в одиночку может разрушить крепость. Так, надеюсь, ты не умрешь. Такс. Ну, давайте для начала пробежимся по скиллам. То есть тут особо не на что обращать внимание. Практически все скиллы остались стандартные. Стоит рассказать лишь об скилле, который называется «Несмотря на смерть». Мы можем повесить баф на отряд гномов, который будет висеть как апгрейд постоянно. Когда здоровье гномов опустится до нуля, они смогут прожить с таким запасом еще 15 секунд. При этом восстановление... здоровье продолжает работать, то есть если пока скилл этот не кончится, вы каким-то чудом сумеете восстановить здоровье вашим отрядом, ну скажем, вот такой вот хилкой пива гномов, то ваши отряды не только выживут, но еще и получат возможность врубить этот скилл снова, и так до бесконечности. Это что же, где тут у меня Enter? Такс. Дальше у нас есть жадность гномов. Позволяет либо получить деньги, либо потерять нашу шахту. Да, в нашем случае шахта теряется. Смысл скилла в том, что гномы любят копать очень глубоко. Иногда они находят много ресурсов, а иногда вылазит болрок. Ну и... шахте приходит жопа. Так, блин, почти докачался. Замечательно. Так, все, уходим. Что он там пишет? Стоп. Да, все. Такс. Вот этот вот скилл, в принципе, из новых. Просто-напросто выводит здание из строя, насколько... А, тут не написано. Короче, на некоторое время. Ну, сейчас посмотрим, сколько он будет висеть, пока я буду рассказывать. Ну и все, и последний скилл, на который стоит обратить внимание, это экспедиция в Казадум. Очень важная фича. Она дает разные функции, в зависимости от того, за какую субфракцию вы играете. Здесь можно почитать... Вот смотрите, для Эрибора и Железных Холмов в таверне можно нанять Балина. А если вы играете за Синие Горы, то Балин назначается Владыкой Моря и получает новые способности. Если кто не понял, за Синие Горы Балина можно строить и так. Вот поэтому такое отличие. Балин нанимается здесь. Как только вы изучите этот скилл, вы получите возможность строить ветераны моря, ветеранов моря, очень сильных чуваков. А также два апгрейда. Искусство собирания ресурсов, которое позволит вам строить каменоломни. Каменоломни — это, по сути, самый прибыльный вид
собирание ресурсов в игре. Они очень много денег приносят. Ну, вы, собственно, можете посмотреть по моему приходу. Капает ого-го как. И мифриловую броню. И бытует мнение, что этот апгрейд не работает. Поэтому мы сейчас попытаемся его потестить. Кого же? Ну, скажем, Назгула. У меня есть вот Глоин. Все герои 10 уровень. Стоп, ну да, Капитан Дейла не может броню получать. Самый слабый из них Глоин, насколько я понимаю. 8, 7, 7, 5. Да. 1. 2. 3. 4. 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15, да? Да. 15. Так, пока он воскрешается, поговорим о героях. Запомнили, 15. Нет, давайте поговорим о таверне вообще. Таверна очень важна для гномов, даже несмотря на эти апгрейды. Здесь можно строить людей Дейла. Мечники очень неплохо рашат здание. Да, стой там. И лучники помогают отстреливаться. Ну, собственно, лучники Дейла свою цену, на мой взгляд, не оправдывают, но, тем не менее, они могут получить апгрейд огненные стрелы, что может быть полезнее. Кроме того, конечно же, синие маги, которых я не буду строить, нет смысла, и капитан Дейла. И Гримбиор здесь есть. Капитан Дейла стандартный лучник, и в обычной игре я вам даже не советую его строить. Ну, то есть, такой себе запас у него урона, и лучник как лучник. Скиллы не очень. Переключение оружия, сокол. Сейчас появится птичка. Ну же, не подведи меня, вот она. Она не дебафает врагов. Просто разведывает территорию. Блин, убери. Где мы? Нанимаем броню. А ладно, пусть бежит сам. Сейчас будет броня. Блин, умер он. Ну вот зачем так? Надеюсь, ну вроде Назгулы по силе одинаковые. Мало ли. 15 ударов. Смотрим. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. 7, 8, ну что-то мне не нравится это дело. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19. Ну вот такие дела. На 4 удара больше, я даже не знаю, 500 копеек и еще 2000 в таверне, но может быть оно и стоит того. Ну, с этим разобрались. Так, идем дальше. Значит, сокола мы вызвали, капитан Дейла, 25% урона и брони и двойной опыт для людей Дейла возле барда. Это, по сути, тоже фигня, потому что если мы будем юзать мечников, они идут на мясо просто. А лучники, как я уже говорил, не очень хороши. Это опыт только добрым лучникам.
И выстрел давайте попробуем на этом нигере. Сколько он урона наносит? Ну, я бы не сказал, что это хорошо. 10 уровень. А Назгул первый. Сомневаюсь, что успел как-то прокачаться. Глашатай у тролля. Вряд ли. Такс. Ну что там еще нет? Смотрим Гримбиор. Охрененный герой. Он ауешит, он отбрасывает. Что, стоп, у него нет отрядов. Да. Подождите. У него есть две формы, то есть Гримберн превращается в медведя. Вот так вот дамажит, отбрасывает. Когда он является медведем, у него есть скилл смертельный укус. Давайте куснем кусочек Назгула. Да что ж такое-то? Вот и все, умер. Да, надо было, наверное, пробовать, когда у него полностью здоровье. Но я за тупок. Далее у нас есть боевой клич, это попросту страх. Все убегают враги, что в медведе, что в форме человека, одинаково. Дальше у нас есть пчеловодство. Гримберн призывает гигантских пчел. Давайте, видно или нет. Сейчас. Да, вот они. Они дамажат врагов. Рандом налетают и... Ауешит. Не слишком сильный скилл, но почему бы и нет, можно призвать, оно не мешает. В форме человека он получает исцеление. Проблема Гримберна в том, что у него мало брони, и у него нет регенерации здоровья совершенно. Поэтому ему заменяет этот скилл регенерацию. Называется он целебные листья. И еще героям союзным тоже дает. Собственно, он запускает регенерацию. Вот и все. По чуть-чуть. Даже не особо видно, чтобы исцелялось, кстати. Но оно вроде бы работает. Вроде бы. Не уверен я, ну ладно. И в конце концов, типа как ульта наша. Врубаем и получаем дохрена урона. Но получаем на 300% урона больше. Урон у нас 1500. Очень много, давайте посмотрим. На этой яме. Да давай быстрее, парень. Ну вот так вот. Мне кажется, нет в реале этих 1500, либо скилл тогда уже закончился. Ну, все равно очень полезный герой. Проблема у него против лучников. И если вы сражаетесь в облике медведя, то смотрите, не нападайте на копья, потому что это будет жопа. Итак, первым героем, которого стоит строить, это, конечно же, Глоин. Во-первых, он стоит всего лишь 1600. Строится он из крепости, как и все следующие герои, о которых я буду рассказывать, ну, кроме Балина. Он наносит повышенный урон зданиям. Вообще тычка у него слабая. Смотрите, на 10 уровне всего 260. Это очень мало. Вот. Но зато, когда он атакует здание, то урона намного больше. Не знаю, сколько точно здесь не написано, но, опять же, крепость он сносит сам. Первый скилл называется разнос. Дамажит врагов в небольшом АОЕ радиусе. Неплохой урон наносит. И еще и дамажит здание. Можно херачить по крепости, чтобы быстрее снести. Давай, чего ты стесняешься? Покажи класс. Вот так вот, все поразлетались. Ну, неплохо. Не очень там хорошо, но неплохо. Далее у нас есть лорд одинокой горы. Все катапульты и тарны возле него получают 50% урона и брони. То есть можно с тараном близко идти. Потому что тараны здесь хилые. Это, собственно, стандартная билка. Там, в принципе, у Глоина все стандартные. Если вы играли в обычную Rise of the Witch King, то вы все это знаете. Тем не менее, я продолжу рассказывать. Сотрясти здание.
отключает выбранное здание и наносит ему гигантский урон. В случае с ямами оно его рушит полностью. Где же там делся? Ну и ульта. Ульта очень крутая, разрушительный молот. Дамажит и войска, и здания. В оригинальной версии дамажило только войска, здания слабо. Здесь же и по зданиям влетает урон. Не разрушает все здания, но дамажит не слабо. Ну, сейчас вы, собственно, увидите все это дело. Да, очень красивая штука. То есть все войска, которые поближе, умирают, либо большой урон получают в зависимости от их запаса брони. А те, что далеко, то просто отлетают. Ну, в случае с орками, как видите, у них мало брони, так что те, что далеко, тоже поотлетали. А те, что очень далеко, то... Ой, то есть, тьфу. Прошу прощения, уже заговариваюсь. Те, что были далеко, тоже подохли. А те, что были очень далеко, просто подлетали. Вот так. Далее у нас есть Гимли. Это, собственно, второй герой, которого стоит строить, играя в мультиплеере за эту расу. Потому что это убийца героев. Главная проблема Эребора. Нечем убивать героев, особенно на ранней стадии. И Гимли стоит целых 3300. Это очень... большой урон по экономике. Но если же вам удастся его построить и прокачать, то, скорее всего, вы сможете победить. Во-первых, кидать топор. Неплохой урон, не слишком большой, но неплохой. И очень низкий КД. Вы можете наблюдать. Так, все, бросил. Включается КД. Вроде бы. Да, все. И пошло. Прям на глазах перезаряжается. Далее это прыжок. Я не помню, как он дамажил в изначальной версии Властелина колец, но здесь он дамажит два раза. И пробивает даже бронированных юнитов очень сильно. Даже по героям можно прыгать и херачить. Далее у нас адреналин. Получает в два раза больше урона и скорости. В смысле, что происходит? Снимаю гайд. Так, и с помощью этого, собственно, мы будем убивать героев, которые не умерли от нашего бросания топора или прыжка. Ну и в конце концов у нас есть упорство. Мы дебафаем... Да просто. Мы дебафаем наших врагов. Они... получают на 50% меньше брони и меньше здоровья на 30 секунд, но увеличивается их атака на 25%. Такие дела. Я сомневаюсь, что это работает на героев, но просто дамажить сильнее врагов, вражеских войск, я думаю, неплохо. Так, далее у нас идет... Ну, скажем, Барин, в принципе, да, тоже достойный герой для того, чтобы его построить. Нужен он лишь для двух скиллов. Для его пассивки, которая дает броню. К сожалению, здесь дает поменьше, чем у синих гор. Там 50%, здесь всего лишь 25%. Но все равно неплохо. И телепорт, экспедиция. Выбираем какие-то войска. И телепортируем их куда угодно. Себя Балин телепортировать не может. Героев может. Вот так, такие дела. Да, к сожалению, осадное орудие, вижу, тоже не телепортирует. Это плохо. Это можно было бы неплохо так портануть на базу к врагу парочку таранов и снести ему все к ядрене. Далее у нас стандартная херотень. Ремонтировать здание. И сокровища Мории. Для этого нужен какой-нибудь отряд. Вот он есть у нас. Да, я думаю, орки больше не нужны. Тут ни у кого нет никаких разрушительных обилок. Вот, сокровища Мории попросту позволяют нам бафнуть любой отряд, и он получит все апгрейды, кроме Мифрила. В случае со скиллом «Несмотря на смерть» и с этим скиллом, оно настакивается. То есть мы можем из тоннеля вытащить
кучу войск, чтобы они все стояли в одной точке и всех бафнуть. Если нужно. Так, я вижу, да, молот появился, а знамена почему-то нет. А, мифрил работает, я ошибся. Окей. Так, ну и все. Далее уже идет средство роскошь. Если у вас игра сильно затянулась и вам некуда девать деньги, то, конечно же, не помешает построить Торина Третьего по кличке Каменный Шлем. У него есть два палантира способностей. В принципе, если поизвращаться, то даже можно строить его в первую очередь ради рун. Сейчас поясню. У него есть 4 руна, которые вешаются на здание. Вообще, получается, сабфракции гномов отличаются друг от друга, ну, если это грубо говорить, рунами. То есть, синие горы бафают рунами героев. Железные холмы рунами бафают войска. А вот Эребор бафает здание. Первая руна — святость. Здание может быть атаковано только осадными орудиями. Таким образом, вы можете притащить к базе врага какого-нибудь работничка, построить там казарму, бафнуть эту хрень, и он никак не сможет ее разрушить. Та же фишка с вышкой. Как это, я не знаю, как это может быть полезно в плане всяких тактик в мультиплеере, не пробовал пока что, но имеет место быть. Далее, это, собственно, самая сочная фишка. Новая руна, называется она «Вдохновение». Возле здания ваши войска будут получать 50% брони. Особенно полезно вешать на мавзолей Дурина, который работает как статуя и дает нам урон и броню. Само собой. Да, я думаю, не стоит рассказывать про день Дурина. В принципе, я считаю, что это баг и не использую его никогда. Стараюсь не использовать, по крайней мере. Ну, а вы уже как хотите сами. Дальше у нас есть ускорение. Написано, что юниты возле здания слабеют. Насколько слабеют, не могу сказать. А, голум там есть. Я даже, в принципе, я не буду показывать вам кольцевика, потому что у меня уже есть ролик о кольцевике гномов. Вы можете посмотреть его. Кажется, называется гномская комба, что-то так. И продуктивность. Нанимаются юниты на половину быстрее. В половину быстрее, то есть. Конечно же, на казарму. Что? А, надо поближе подойти. На казарму или на осадные работы. На кузнеца можно юзать. Ну, вернее как, можно юзать куда угодно, но здесь смысла не будет в этом. И в конце концов у нас есть Дайн Первый, очень полезный герой, и очень трудно его прокачать, да еще и стоит очень дорого. Значит, у нас есть аура, 25 брони, 25 урона, в 3 раза больше опыта, только на войска действует. Неплохая, конечно же, пассивка, но все равно слишком дорого это все стоит. В основном его стоит строить, если вы затянули игру, у вас есть экспедиция в Казадом и у вас есть ветераны Мори. Объясняю почему. Но это тоже есть в предыдущем ролике, но все же покажу. Этот скилл, выбор Дайна, позволяет получить выбранному отряду максимальный уровень. Кстати, я затупил, надо было попробовать на стаках. Я думаю, тоже работает на стаке. Так, 10 уровень. Выбираем им молот. И дополнительный топор. Это, собственно, есть гномская комбо. Врубаем им, несмотря на смерть. А, ладно, я не смогу за... А, вот, смогу это разрушить. А если ров, то нельзя атаковать в рукопашную крепость. Бежим сюда. Смотрите, есть апгрейд. Так что больше брони еще. Два скилла. Есть у ветеранов Мори, каменная стена, нельзя будет отбросить этих ребят. И жажда смерти, 250% урона. Можем еще и клич заявить. Ну, тут лишние все слова, вы сами это видите. Сносит крепость.
без особых проблем. И еще остаются живы. Даже если 15 секунд кончится, вот вроде как закончилось, да? Один умер каким-то чудом. Это не беда. Нам надо просто убежать, выйти из боя. И они воскресят друг друга. Ну или просто, господи, к фонтану. Или как оно тут называется, гномов? К очагу. Подойдем. И все будет в норме. Дальше еще у нас есть крутая фича. Защитить чертоги. Все гномьи войска возле зданий становятся неуязвимы на 30 секунд. Опять же, не посчастливилось мне потестить в мультиплеере, как оно работает, но будем надеяться, что работает. Так, ну заюзал. Давайте, 30 секунд. Но только я не могу понять, может, они должны стоять именно возле зданий постоянно, чтобы оставаться неуязвимыми. Но 30 секунд еще не закончились. По-любому. Да, не работает. Либо вообще не работает, либо надо стоять возле здания. Как-то так. И где-то там, в конце концов, у нас есть типа как имба. Это казарма, из которой можно строить все виды войск гномов. Вот так вот. У нас есть Эребор, но это глупо, потому что не так можно строить. Железные холмы. Так-то, в принципе, можно спамить лучников и убийц. Либо спамить лучников, а здесь спамить защитников синих гор. Честно, не знаю, как-то полезность спорная. Но лучников, в принципе, я бы поспамил. А да, у меня предела нет. Не поспамлю. Теперь перейдем к войскам. По стандарту, конечно же, пехота, копейщики и типа как лучники. Здесь у нас метатели топоров. Метатели топоров наносят гигантский урон зданиям. Где в этом, ребята? К сожалению, у меня они с апгрейдами. Даже без апгрейдов очень быстро сносят. Ну, давайте посмотрим. Вот так вот. Такого эффекта вы можете достичь в начале игры. То есть не надо делать оружие, вам надо сделать просто повозку и сделать апгрейд флага. И урон будет таким же по зданиям. Можно легко сносить все здания, рашить одним-двумя отрядами этих метателей. Ну, копейщики по стандарту, здесь нечего говорить. И еще есть стражи Эребора. Очень хорошие воины. Так, подожди. Нет, предела. Где-то у меня они были. По-любому были. А вот. Проблема Эребора в том, что стражи не наносят... Что? Огненные стрелы даже. О, господи. Вау, стой, стой, стой. Здесь написано, что есть военные маски. То есть, получается... Он дает, кто там, Балин дает апгрейды всех сабфракций, неужели? Что-то я сомневаюсь в этом. Да, ну вы видите, урон такой же огромный, как и у топорометателей. Попробуем бить крепость. Так, значит, вначале стражи не могут атаковать здание. Просто не атакуют вообще, это проблема. Чтобы они смогли атаковать, так, крепость хреново, нужно сделать апгрейд... молотов здесь, тогда они смогут атаковать здание довольно неплохо, и появится у них такой вот скилл молот. Когда мы его врубаем, они начинают отбрасывать вражеских воинов и при этом еще и ауешить где-то 2-3 воина за раз. Ну как повезет. Очень полезная фича. Ну и в конце концов у нас есть секирщики Эребора. Это попросту поможет нам убивать вражеских героев. Дай. Глашатая. Да, если вот нужно очень сильно
кого-нибудь убить из героев, а нет денег на Гимли, то, как вариант, можно попробовать их строить. Надо, кстати, сейчас посмотреть, сколько будут стоить апгрейды. 651 отряд. Да, вот раскид топора, ну, такой не слишком хороший урон я вижу, но все-таки убивает. Да, ну это не слишком справедливый был тест, потому что здесь все лучники помогали достреливать, ну и апгрейды у этих ребят есть. Тем не менее, урон наносят, это самое главное. Так, сейчас взглянем. Так, ну у кузнеца тоже все по стандарту, есть разрушители, катапульты. У каждой субфракции катапульты разные, но в итоге это все равно катапульты. Еще у нас есть разведчик Карк 2. Мы можем выбрать несколько вариантов, чтобы больше у него было видимости, чтобы он был невидим, но при этом он должен оставаться на одном месте, и чтобы было больше скорости. Карк, кстати, палит невидимых юнитов где-то здесь. Да, вот. И его не видно на радаре. Что-то там на меня уже прибежало. А, да пофиг. Вот, так, посмотрим. 500. 650. Да, я думаю, ну, даже если 1000 будет стоить, следующий апгрейд это все равно дешевле, чем строить Гимли. Вот так вот. И еще есть такая вот осадная машина, которая называется Большой Молот. Можно строить 5 штук. У него есть два эффекта. Первый это отбрасывание вражеских войск, но он не наносит никакого урона. И второй это дамаг по зданиям. Я тестил урон от одного молота. Он сносит ферму. Но лесопилки наносят только половину урона. И проблема в том, что КД у удара очень длинный. Вот, давайте попробуем сейчас продамажить крепость этими ребятами. Ух ты, ну да, да, не слабо. Каждый молот стоит 800 копеек. То есть 4000. Я не знаю. Рискованная тактика. 3000 есть. Вот у него запас здоровья. Но мне кажется, все равно войска смогут очень легко этих ребят разрушить. Ну, думайте сами, как вам будет более полезно. Так, ну вроде бы все рассказал. Надеюсь, ничего не забыл. Да, вроде все. В следующих роликах сниму парочку летсплеев, как я играю за Эрибор в мультиплеере. А ну еще Бьорнов можно строить, тоже неплохие парни для АОЕ дамага, если денег на Гримбьорна не хватает. Давайте еще раз бомбанем и буду заканчивать. Даже так напоследок немножко повыебываюсь. Ну так. Не слишком красиво. Ух ты, а он клёво построил крепость. Не достается до конца. Ну вот и все, ребят. Спасибо за просмотр. До встречи.